Всем привет-привет! Продолжаю рубрику «Ожидания и реальность». В этот раз я заказала огромную посылку вещей от дизайнера Ирины Слоневской. Я уже не первый раз заказываю оттуда вещи. Мне очень нравится качество, нравится то, что они шьют по моим параметрам. Это, наверное, самое главное. Посмотрите, какая у меня огромная посылка. Я ее еще не распаковывала, хочу сделать это вместе с вами. Давайте же поскорее приступим. И как обычно в этом видео я буду показывать вещи с примеркой на себе и будем сравнивать то, что показывают нам на сайте и как эти вещи сидят на мне. Поехали! Первое, то, что мне попалось, это что-то полосатое. Так, и так, все, вспомнила, это платье, да, я его очень сильно хотела, это платье в черно-белую полоску, расклешенное к низу, полосочки вертикальные, это очень важно, потому что если платье было бы с горизонтальными полосочками, оно бы меня полнило. Здесь еще есть выточка на талии, которая тоже должна стройнить, так что давайте поскорее примерим это платье и посмотрим, так ли это на самом деле. Как... Следующая прелесть в пакете – велюровая, синего цвета. Какой красивый цвет! Это велюровое мини-платье с чокером на шее. К нему еще идет поясок. Посмотрите, какой потрясающий цвет. Вот он сам чокер. Этот чокер можно отдельно надевать с другой одеждой. И велюровый поясок на талии. Я думаю, что это платье должно идеально сесть, так что я уже не могу дождаться. Давайте его примерим. И это черное платье-футляр с чокером, и здесь просто мега секси вырез. Посмотрите, на зоне декольте. Еще это платье утягивает очень-очень клево. Оно тоже должно стройнить, по идее. Посмотрите, это классическое платье, черное классическое платье-футляр, всегда в моде, всегда выигрышно на любых вечеринках. Вот сам чокер. Здесь одна застежка, и, кстати, застежка тоже очень оригинальная. Это платье Макси, оно длинное, и знаете, цвет такой зеленый-зеленый, такой глубокий зеленый, осенний. Здесь тоже длинные рукава. Очень оригинальное, потому что оно на пуговицах таких серебряных, больших, длинное-предлинное. Себе на осень брюки и бомбер зеленого цвета из плащевки. Ткань плащевка, она очень практичная, так как она защищает и от ветра, и от дождя, от холода. Но если сравнивать брюки и бомбер, то бомбер намного теплее, чем брюки, очень тоненькие, а бомбер такой, знаете, утепленный. В этом следующем пакетике у меня трикотажный тепленький костюмчик темно-серого цвета. Здесь укороченная кофта и юбочка на завышенной талии. То есть получается пузико открыто. Еще я заказывала тепленькое серое твидовое пальто. Первый раз я заказала себе пальто такого цвета. У меня обычно все черное, там красное. А в этот раз я решила заказать
поспокойнее немножечко себе оттеночек. И подклад, посмотрите, какой красивый, шикарный. На этом пальто золотые пуговицы. В этом пальто очень простой крой, но тем самым меня оно и привлекло. Давайте померим его. И последняя вещичка, очень мягенький, тепленький кардиган, длинный кардиган, коричнево-серого цвета, светленький такой, уютненький, и думаю, что он будет меня согревать осенними и зимними вечерами. Я заметила, что у меня в гардеробе вообще нет белых рубашек, поэтому решила себе заказать беленькую рубашечку. Она очень оригинальная, у нее черные пуговички и вот такая черная ленточка, которая завязывается на шее. Смотрится это очень круто, я думаю, с черной юбкой будет смотреться шикарно, если юбка на завышенной талии. Ну вот и все, это была последняя вещь в моей посылке. Напишите в комментариях, как вам ожидание и реальность, так ли эти вещи сидят как на картинках и выглядят как на картинках, и какая вещь вам больше всего приглянулась. Ссылочки на все вещи я оставлю в описании под этим видео, загляните туда. Я надеюсь, вам понравилось это видео, если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал в YouTube. С вами была Женя Гейн, пока-пока!